В школах Североказахстанской области не соблюдают требования пожарной безопасности. Специалисты департамента ПЧС проверили более 400 объектов образования и в каждом выявили несоответствие. Во многих учебных заведениях не работают автоматические сигнализации, неправильно смонтирована электропроводка, отсутствует свободный доступ к эвакуационным выходам. Всего установлено порядка 4000 нарушений. Устранить замечания необходимо до начала учебы, отметили спасатели. В отношении 39 школ у нас направлены материалы судебные органы, то есть за неисполнение предписания, по результатам которых вынесены постановления о наложении административных взысканий на сумму свыше 10 миллионов тенге. В отношении 13 школ принята мера пресечения в виде приостановки деятельности сроком на 1 месяц.